Здравствуйте, с вами Мусулега Елена. Сегодня я приготовлю горчичный соус с маринованными огурчиками для курочки. Нарезать 2 огурца, 1 лук. Разделить 2 яйца на белок и желток. Белок нарезать. Взбить блендером желтки, зелень, 1 столовую ложку сахара, 1/2 чайной ложки соли, 1 чайную ложку горчицы, 2,5 столовые ложки яблочного уксуса и 6 столовых ложек растительного масла. Влить 50 мл воды. Залить нарезку соусом. Из продуктов, которые всегда есть под рукой, вы сможете приготовить отличный соус с курицей. Смотрите мои рецепты, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Мусулега Елена. Пока!